Ну, считаю, первый период был такой скомканный, да, то есть не могли мы там начать как-то атаку. Соперник тоже где-то доминировал, но тоже особо не угрожал. Получился такой равный первый период. Второй период, я считаю, мы полностью взяли в свои руки, да, то есть быстро отыгрались, начали брать преимущество в этом. А должны были третий период также начинать, но пошли удаления, немножко сбился ритм и вот довели до овертайма, и им повезло чуть больше, чем нам. Эмоции двоякие, потому что играли хорошо, но проиграли. И снова овертайме. Ну, скажу, что надо было внимательнее просто играть, когда пропустили шайбу. Даже то, что судьи там не дали удаление, надо до конца играть было. Да, были хорошие моменты в овертайме, да, то есть полностью наша инициатива. Но где-то не повезло, да, то есть где-то шайба скаканула, где-то ноги соскочили, и поэтому так не получилось реализовать. Ну, во-первых, там Илья Усов очень хорошо поборолся и сразу первым пасом обрезал двоих. Да, соответственно, я ее принял и понимал, что со мной третий игрок, и как бы, ну, заблаговременно сделал просто от него движение и уже искал пас, потому что, ну, позиция была неубойная. И как раз нашел Горби, у него была очень хорошая позиция, он стоял один, прошил вратаря очень классно и забили вот такой гол. Если бы я не кричал, он бы не увидел, наверное. Да не, просто, ну, повернулся, я вовремя шаг сделал к нему навстречу, он там, ну, не отдать это было, думаю. Роман Горбунов должен теперь мне хороший пас. Слушай, если брать отдельный момент, когда я выходил в 1-0, я, честно, когда выходил, немножко даже сбился с мысли, то есть сначала было такое «О», потом такое «О», и я настолько все, ну, в голове вот этот звук пробежал, что все, я уже бамсы перед воротами, и как-то вот так взял, и, ну, не сказать, что там сделал хорошо или плохо, но как-то поторопился. Но я это прям ощутил, и, соответственно, когда забивали гол, там мы кричали, не слышно было, и, соответственно, надо было забивать еще больше, да, чтобы вот почувствовать эту атмосферу. Все-таки 12 тысяч не каждый день собираются, но даже все игроки, которые из других команд приезжают, говорят, что, ну, нигде такого нет, очень классно, очень нравится, и, то есть, нравится играть на этой арене. Ну, играть при таких трибунах вообще великолепно, это такая атмосфера классная. У нас в Минске ходит очень много народу, больше, чем когда мы на выезде играем, там вообще трибуны пустые, а у нас дома вообще каждую игру ждешь прям с нетерпением, чтобы выйти, и тебя так поддерживают сильно, это прям заводит.